Добро пожаловать в игру под названием Planet Crafter. С вами Калл Доридзи, и мы начинаем выживать. Всем приятного просмотра. Мы попали на Марс, и нам нужно будет озеленить Марс, создать атмосферу. Со временем у нас будут облака, голубое небо, тут будут озера, будет расти травка, тут будет много деревьев, много животных, рыбок. В общем, мы сделаем из Марса настоящую планету Земля. Планета Земля 2.0 будем создавать. С вами Калл Доридзи, надеюсь, тебе понравится игру, или ты поддержишь ее лайком. Если вам понравится, я замечу это по вашей активности. Ну что ж, в данную игру я играл, знаю, как выживать, поэтому мне есть что вам рассказать и чему вас научить. Так, главные задачи, первые шаги. Изготовить рюкзак, экипировать рюкзак. Хорошо, это не так сложно. Смотрим, что надо. Нужно два железа. Также давайте сделаем кислородный баллон Т1, чтобы у нас запас кислорода был больше. Пока что у меня запас кислорода 100. Внизу слева можно это заметить. Ну что, давайте соберем стандартные ресурсы. Это железо. Железо, давайте кобальт соберем. Кобальт тоже пригодится. Титан тоже пригодится. У меня пока что максимум 12 разных предметов могу с собой взять. Возьмем лед, чтобы изготавливать воду. Давай немножко подальше пойдем. Ну, пока что можем только прыгать, со временем сможем даже немножко летать. Никак не могу собрать. Главное следить за показателем кислорода и вовремя в шаттл заходить. Да, уже мало кислорода, давайте зайдем. Давайте зайдем в шаттл. Так, отлично. Мы можем создать рюкзак Т1. Создаем. Пока что у меня 12 клеток, куда можно будет поставить разные предметы, ресурсы. Сейчас мы наденем рюкзак, и у нас расширился инвентарь, рюкзак на 4 слота больше появилось. Теперь давайте посмотрим. Следующая задача — это кислородный баллон. Нужно 2 кобальта, железо и магний. Вот магния пока у меня нету. Давайте добудем магний, и будет намного все проще. Так, магний. Магний, если я не ошибаюсь. Вот он, я вижу уже магний. Все-таки у меня есть опыт. Мы с вами на канале AlexPlay, на моем втором канале, уже выживали. Мы уже тут все озеленили. Теперь я хочу вам тоже показать. Вот, с самого нуля, с самого начала. Как, в принципе, просто это сделать. У нас есть довольно-таки большой опыт. Поэтому, я думаю, проблем не составит быстро озеленить эту планету. Так, ну что ж, у нас есть стандартные ресурсы. Мы можем создать кислородный баллон. Создаем. Надо экипировать. И теперь у нас 145 максимум. То есть на 45% больше. Это уже довольно-таки неплохие показатели. Давайте почитаем сообщение. Добро пожаловать на назначенную вам планету. Ваша миссия — ускорить процесс терраформирования этого мира. Для этого создайте кислород, тепло и давление. Сначала достигните индекса терраформации TI-175 и создайте голубую атмосферу. Ну что ж, давайте попробуем сделать голубую атмосферу. Смотрите, как было в начале и как будет потом. Пока что у нас все такое желтое, желто-оранжевое, такое горячее. Но скоро будет у нас голубое небо. Мы это сделаем, мы этого добьемся. Следующий этап — изготовить микрочип строительства. Давайте сделаем это, микрочип строительства. Нужен кремний и магний. Пойдемте быстренько соберем. Кремний — это вот этот черный. Так, кремний и магний. Так, это железо. Буря началась какая-то. Так, кремний и магний. Магния пока что не вижу. Надо, наверное, чуть дальше пройтись. Но мы это сделаем. Уже метеориты? С самого начала такого у меня ни разу не было. Боже мой. В самом начале у нас метеориты. Опасно, нас могут убить. Охренеть, прям в мой шаттл. Я только потерпел крушение, тут сразу метеориты полетели. Офигеть. Благо не завалил, я смогу немножко восстановить здоровье. Можем делать воду, кстати. Давайте сделаем, если захотим попить, обязательно попьем.
Ох ты мой. Очень много метеоритов падает. Очень много. Нам надо как-то выжить. Давай лучше из окна посмотрим. Надеюсь, нас не упадет. Иначе будет очень больно. Возможно, смертельно больно. Как же много их. Очень страшно. Так когда же это уже закончится? Интересно, как часто будут падать метеориты? Прям рядом. Два упало. Вот, кажется, последние четыре. Опасная планета, опасная. Прикинь бы, они вместе столкнулись. Может, я, кстати, магний найду? Вроде бы все. Четыре места всего лишь есть. Нам нужно магния добыть. Давайте добудем магния. Тут еще магний. Ну, еще два каких-нибудь ресурса. Это с метеоритов тоже падают ресурсы. Это можно собирать. Так, ладно. Боже мой. Не видно мой шаттл. Бегом, 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 бегом. Так, и жилой отсек надо будет построить. Обязательно сделаем жилой отсек. Так, хорошо. Сразу делаем микрочип строительства. Замечательно. И экипируем его. Теперь я смогу создавать шаттл. Надо будет заготовить бур-1. Ветряная турбина. Это все мы сейчас сделаем. Так. Здесь много воды. Достаточно много. Кислородный баллон. Надо обязательно с собой таскать. Кислородный баллон, воды и немножко покушать. Давайте все это дело возьмем. Что нам нужно для шаттла? В принципе, у нас все есть. Пойдемте. Давай сначала вот сделаем первую базу там. Чуть повыше. Нам надо будет корабль облутать. Посмотрим, что там такое у нас. Там много разных, возможно, технологий. Бегом, 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 бегом. Так, ну мы быстро, я думаю, терраформируем планету, и она будет голубая. Кто хочет посмотреть уже прямо сейчас прохождение, где у нас все такое зелененькое, голубое, кто не терпит, кому не терпится посмотреть, что будет, если терраформировать планету, можете заглядывать на канал AlixPlay. Это мой второй канал. Там мы уже довольно-таки много терраформировали планету. У нас тут и озера, и голубое небо, и, в общем, все зеленое, красивое. Поэтому, надеюсь, тебе понравится. Так, сразу давай здесь сделаем жилой отсек. А, кремний нужен. Кислорода мало, кремний. Отлично. Давай с этой стороны сделаем. Мало-мало кислорода. Хочу немножко побольше здесь сделать нашу базу. Железо-титан. Да, пускай сюда будет. Вот тут сделаем. Отлично. А, хочу уже хоть какую-то минимальную базу сделать, первоначальную. А, помню, я первый раз базу там в низине строил. Тут все потом затопит. И от базы ничего не останется. Поэтому не повторяйте моих ошибок. Не делайте там внизу, не делайте на возвышенности. Хотя бы вот здесь хотя бы стройте. Тогда у вас будет все хорошо. Я немножко пить уже хочу. Так, рядом с пещерой сделаем. Титан нужен? О, отлично. Так, ну пускай вот тут у нас будет первая такая база. Отсюда будем заходить. Может быть, даже сделать, чтобы отсюда заходить, да? Мне кажется, так будет проще. А я не могу разобрать. Блин, я не могу пока что разобрать. Нам надо будет построить верстак. Железо и кремний нам для этого нужен. Если у нас будет верстак, нам будет намного проще. Железо и кремний. Железо здесь. Железа нам будет довольно-таки много. Так, кремний, обезвоживание. Но у нас есть водичка, все хорошо. В этом плане все у нас хорошо. Микрочип разбора надо будет сделать. Тогда будет намного проще. Можно где угодно сделать. Посмотрим, что нужно для микрочипа разбора. В принципе, у нас все есть. Создаем микрочип разбора, вставляем его сюда. Теперь мы можем разбирать.
Я просто заперт. Я думаю, вот здесь сделаем. Отлично. Отличненько. Просто если я буду торопиться, я с горы сразу могу сюда попасть. Может, кстати, продолжить немножко. Давайте ее сделаем еще больше. Так, ну тут я, наверное, все-таки сделаю верстак. Причем пускай он будет сюда смотреть, да? Или вот так. Ладно, пускай вот так будет. Хочу делать побольше немножко базу. А, железо и титан еще нам нужен. Давайте тут вблизи соберем. Железо. Сейчас начнем процесс терраформации. Нам нужны будут мониторы. Первые шаги нам подсказывают, что надо делать. Это очень важно. Потом будет проще выживать. Лед для воды. Магний. Так, железо. Больше железа нам надо. А, инвентарь полон. Давай попьем водички. И соберем как раз таки еще железо. Просто мы могли даже покушать. Давайте мы даже прямо отсюда покушаем. Отлично. И можем еще одно железо собрать. Так, а где наша? Довольно-таки высоко, но у нас будет тут первая база, я думаю. Я думаю, будет неплохо титан. Титан. Эх, где ты, титан? Может быть, надо будет промежуточную базу пониже сделать, я не знаю. Я вовремя, боже мой, у меня кислородный баллон где-то был. Просто я наугад нажал. Я знал, что он где-то здесь. Все уже такое темное было. Очень важно следить за показателем. Чуть не погиб только что. Так, ну все, вот наша будет первая база. Так, заходим. Тут мы сразу сможем что-то создавать. Нам надо будет изготовить бур. Давайте где-нибудь внизу будем этим заниматься. Что нам нужно для бура? Титан и железо. Давай пока что титан и железо будем искать. Титан есть. Железо есть. Ну, создадим где-нибудь здесь, допустим, бур. Где? Может, пониже? Я в тросту создавал. Так, главное еще дойти, блин, до базы нашей. Так, раз. Титан нужен, еще титан. И на базу срочно. Так, два бура пускай будет тут пока что. Все, два бура. Срочно на базу. Надеюсь, мне хватит кислорода. Даже некогда что-либо добывать. Вроде успеваю до базы. Ветряная турбина нам нужна. Окей, сейчас посмотрим, что для этого надо. Терраформирование пока что ноль. Видите, вверху справа можно посмотреть, насколько мы терраформировали планету. Пока что не все так хорошо. Нужно железо, чтобы ящик создать, чтобы мы могли хотя бы это все дело складировать. Ветряная турбина тоже нужна, железо. Давай немножко вниз спустимся. Сделаем наши первые ветряки. Пока что надо больше железа. Сколько я могу собирать? Кремний нам тоже понадобится. И больше железа. Как можно больше железа? Процесс терраформирования сейчас будет уже запущен. Так, давай тут электричество будем добывать. Отлично. О, все, электричество вроде бы запустилось. Сколько у нас еще электричества? О, железо, железо одна. Блин, нам надо будет, наверное, сделать ящик, чтобы мы могли как-то это все упорядочить и складировать. А уже ночь, нам бы фонарик сделать. Вот, терраформирование началось. Как можете заметить. Потом еще можем разобрать, я думаю, будет очень полезно рядом...
с верстаком расположить это все дело. Так, мы можем уже делать воду. Отлично. И можем делать кислород. Очень важно с собой таскать... сейчас покажу. Очень важно с собой таскать вот этих три показателя. Три предмета. Это бутылка воды, кислород и еду. Если вы пойдете куда-то на рейды и исследовать планету. Самое, наверное, важное все-таки кислород. Также вы будете все равно хотеть пить и хотеть есть. Даже если вы упадете с большой высоты, у вас здоровье отнимется. А здоровье это показатель... ну, по сути, вашего здоровья и еды. Когда ты голодаешь, у тебя здоровье тоже потихоньку тратится. Поэтому надо за этим делом следить. Так, насчет фонаря. Ну, у нас вроде бы... Мы пока что не сможем брать. Максимум у нас 4 микрочипа. Вот, мы не сможем пока что взять фонарик. Для этого нам надо будет экзоскелет увеличить. Экзоскелет, вот он. Нужен титан, кремний и магний. У нас, в принципе, есть. Есть кремний, магний, а титана нету. Титан. Давай сейчас посмотрим. Мониторы тоже сделаем, чтобы мы могли как-то следить за показателями. Железо это обязательно, пока железо очень важно. Все, теперь я могу дальше уходить. Если что, я смогу кислород. Кислородный баллон использовать. Я думаю, тут соберем ресурсы. Ближайшие. Кобальт. Магний. Кремний. Подожди, где титан? Вот он, титан. А, два магния это равно кислородному баллону. Поэтому собирайте. Это все вам пригодится. Инвентарь полон. Боже мой, опять что ли будет? Просто буря. Я надеюсь, что просто буря. С другой стороны, если будут метеориты падать, то это дополнительные ресурсы на планете. Так, ну вроде бы... Вроде бы просто буря. Неплохая база на возвышенности. Тем более потом там будут таять ледники, и мы сможем добывать новые ресурсы. Так, делаем экзоскелет. Нам надо что-то убрать. Допустим, уберем микрочип разбора. Сюда можем поставить экзоскелет. Он еще нам даст дополнительные клетки. Вот, давайте микрочип разбора поставим. И фонарик можем сделать сразу. Делаем фонарик. Микрочип, так, где? Ставим, вот. Теперь на F в темноте, вот, видите, у нас появился фонарик первого уровня. Так, смотрим, что дальше можно сделать. У нас как раз таки уже появился кислород второго уровня. Титана нам не хватает. А, давайте сразу сделаем мониторы, чтобы нам было проще. Какой-нибудь уголок создадим, где мы будем это все дело чекать. Так. Вот здесь можем следить за показателями. Давайте сделаем. Кислорода у нас... кислорода нету, пока что ноль. Вот, нижний показатель, это вообще не добывается кислород. Тепло у нас тоже вообще не добывается, зато давление у нас повышается. 0,40 у нас, 0,40. И сейчас у нас давление почти 90, 89. Вот, и терраформирование 90. Можно посмотреть, 91 терраформирование, 91 давление. Надо бы также эти мониторы сделать. Для этого нам нужно будет столик сделать рабочий. Железа не хватает. Давайте складируем тут ресурсы. Пойдем быстренько сходим за железом. Надо больше ресурсов. Уже пить хочу. Надо рюкзак полностью забить ресурсами. Так, титан. В принципе, нам все пригодится пока что. Просто все подряд собираем. Забиваем рюкзак и возвращаемся, чтобы можно было что-то скрафтить. Хочу рюкзак еще повысить. Уровень рюкзака, чтобы больше туда вещей помещалось. Давай посмотрим, что там. Нужное заберем. Как раз таки, давай железо, железо. Микрочип. Давай возьмем микрочип. Сейчас нам пригодится микрочип. Посмотрим, что там записано, что мы сможем создавать. Может быть, далековато базу поставил. Может, можно будет, в принципе, вы можете пониже даже базу сделать. Потому что там основные ресурсы, чтобы далеко не ходить. Наверное, идеально вот чуть-чуть пониже сделать ее, первую вашу базу.
Но я решил прям очень сильно на возвышенности. Наверное, зря все-таки. Наверное, зря. Надо было реально пониже ее делать. Получается, мы будем немножко дальше ходить. Но это временная база. Вообще, в идеале, вот там сделать нашу базу. Это не основная база пока что. Это временная база. Так, давай сделаем рабочий стол наш. Рабочий стол. И разместим еще два монитора. Так, кремний нам для этого нужен. Экран чертежей, это очень важно. Экран чертежей. Так, и второй экран у нас будет экран энергопотребления. Кремний тоже нам нужен будет. Отлично. Ну, пока что нормально. У нас рабочее место. Электричества нету. Нету электричества. Нам надо будет больше ветряных мельниц сделать. Так, для этого железо. Ну, в принципе, я пока что... Микрочип тоже надо складировать. Нам нужно железо пока что забрать. Я уже и пить хочу. Давай сразу воду сделаем. Попьем отсюда. Так, и сейчас сделаем ветряные мельницы. И как раз таки посмотрим, что там в сундуке. Полностью залутаем его. Делаем больше ветряных мельниц. О, процесс запущен. Потом будет у нас еще больше. Потом солнечная уже батарея будет. Пока что мало, сделаем потом больше нагревателей. Можем еще, кстати, делать, пока нет. Ладно, давайте тут все соберем, наверное. Я думаю, это можно разобрать, дополнительно железо получим. По пути тоже можно будет ресурсы взять. Воды пока мало, можно брать лед. Потом воды будут у нас в излишке. Там будет много воды, и нам уже лед не понадобится. Но пока что он нам нужен. Да, я немножко, ребят, наверное, не так сделал. Надо было либо чуть пониже сделать базу, либо вообще вот в той стороне. Там будет пещера, я потом покажу. Но там будет основная база, это, наверное, идеальная база. Там много ресурсов, всего будет хватать. Так, окей. Давайте сразу разгадаем чип. Надо будет взять его. Берем чип. Вот так. Вот здесь можно как раз таки смотреть за показателями. Вот тут терраформирование, кислород, тепло, давление. И тут можно посмотреть, что откроется следнее. Ну, следующее. Следующий у нас рюкзак откроется, когда будет 300 Ti. У нас пока 171. В принципе, уже совсем скоро мы сделаем рюкзак Т2. И сможем больше таскать предметов. По кислороду у нас, когда будет 1 ППТ, у нас откроется внутренняя лестница, потом откроется нагреватель и вот так далее. По теплу также. У нас флуоресцент Т2 откроется, потом по давлению точно такое же. Окно скоро откроется на 250. Бур второго уровня на 1.20 UPI. В общем, тут можно следить и отслеживать, что у нас следующее открывается. Тут, по сути, наша энергия. Доступна 2.3. Это очень мало, нам надо будет больше ветряных мельниц. Вот, но потом у нас будет солнечная панель. Она уже будет больше энергии вырабатывать. Это будет намного уже лучше. Расшифровываем. Получили сапоги ловкости. В принципе, можно сделать. Алюминий, алюминий и ткань. Но у нас пока что нету этого. Поэтому пока что как-нибудь уж так. Можно, в принципе, поставить еще одну пока что. Ресурсы будет. Перфекционист. Хочу, чтобы все ровненько было. Вроде бы ровненько. Давай все это дело складируем. Можем, в принципе, пробовать зарейдить. Скажем, что здесь. Посмотрим, что у нас здесь. Я поставил здесь базу, потому что тут ледники. Я, наверное, слишком рано поставил. Хочу тут добывать ресурсы и потом сюда перетаскивать. Все равно база тут довольно-таки выгодная, довольно-таки высоко. Здесь. Отсюда через пещеру потом вы сможете попасть в другую часть. В принципе, с этой базы, зайдя в пещеру, вы будете контактировать вот с той дальней базой. Потому что через пещеру можно будет потом... ну, быстро пройти и попасть на нашу основную базу. Поэтому стратегически тут можно построить базу, да?
Ну, для начала, чтобы быстро все развивалось, лучше просто на возвышенности где-то вот здесь сделать. Потому что все основные ресурсы у нас вот здесь лежат, внизу. Вы даже можете прям временную сделать где-то внизу, да, какой-нибудь склад можно там сделать. Но потом все равно это все затопит, вам надо будет оттуда все убирать. Поэтому имейте в виду. Может делать ветряные мельницы еще? Железо, да? Давай. Возьмем пару железячек. Ну, один хотя бы. Потому что там, блин. Ладно, давайте сейчас быстренько там еще полутаем, потом пойдем наверх. Ветряные мельницы. Пускай будет. Может, последнюю, кстати, вот тут сделаем. Все, тут у нас ветряные мельницы первого уровня. Так, бур, титан и железо. Кремний. Магний. Экран прогресса, кстати, надо будет сделать. Бур нам тоже пригодится. Окно у нас теперь доступно. Можем окно сделать. Хорошо. Новые исследования. Магний. Кобальт. Мало кислорода. Так, нам хватит. Все у нас нормально, под контролем. Кислород, если что, будет у нас. Давай заранее кислород используем. Хочу буру просто делать побольше. Тут у нас бурят. Титан нужен. Титана пока нету. Ну так нормально, пускай немножко обогревается. Лучше заранее пойти наверх. Соберем кобальт, будет у нас кислород. Собираем, собираем кобальт. Все, полный инвентарь. А, нам бы кислородный баллон второго уровня сделать, чтобы мы могли еще дальше ходить. Скоро будет 300 TI, и у нас что-то новое там откроется. Как раз таки рюкзак сейчас откроется. Да, смотрим. 229. Вот сейчас будет 300. Рюкзак, технология рюкзака, да. Чертеж рюкзак у нас теперь доступен. Посмотрим, что для этого надо. Так, ну, Т1 у нас есть рюкзак. Железо, кремний и титан. По сути, только титан нам нужен. Давайте возьмем титан. Смотрим, у нас тут все забито. И сейчас у нас будет рюкзак второго уровня. Отлично. Еще чуть больше у нас делений появилось. Это хорошо. Теперь давайте сделаем кислородный баллон Т2. Нужен кремний и титан еще. Титан есть, кремний есть. Сразу сделаем второго уровня. Найс. Теперь у нас не 145, а уже 200. По сути, в два раза больше от начального. Я, кстати, только посмотрел, у нас еда заканчивается, да? Мы сейчас покушаем, нам будет еду найти. Воду давайте тоже выпьем. Сразу сделаем бутылку воды. Бутылку кислорода. Даже несколько, на всякий случай, кислорода бутылки. Все лишнее давайте оставим. Ну, можно сделать, в принципе, чтобы было красиво, давайте сделаем стекло. Железо-кобальт. Железо-кобальт, железо-кобальт. Зато будет красиво. У нас будут стеклянные окна. Вот тут уже будет все видно у нас. Стеклянные окна — это здорово. Вот можно будет смотреть, наслаждаться видами. Потом будет стеклянный потолок. Так намного интереснее, намного красивее. Ну все, погнали. Давайте, у нас будет рейд на... сюда. На этот корабль. И там много новых чертежей. Надо будет быстренько это все сделать. Тут как раз таки пригодится нам фонарик. Смотрим, что у нас. Семеня лирмы, суперсплав, отлично. Алюминий есть. Пока все не будем брать. Ткань можем взять. Суперсплав пока тут оставим. Возьмем пока что то, что нам пригодится. Разбираем, получаем железо. Собираем микрочип. Это можно разобрать.
Это можно, кстати, разобрать, нагрев. Тут кремний, железо. Можно будет потом на базе это все сделать. Не вижу тут пока больше ничего. Можно в эту сторону пойти. Давай разберем. Разбираем это дело. Смотрим, что у нас здесь. А, есть еда, алюминий, иридий, кремний. Давай возьмем. Это мы дело разберем. Так, ну и давайте, может быть, тут еще микрочип будет. Быстренько прочекаем, есть ли тут микрочип. Есть ткань. Давай возьмем железо. Я думаю, стоит пора уйти нам. Потом вторая вылазка будет сюда. Успею я, кстати, сэкономить кислород или нет? Я думаю, успею. Да, успеваю, отлично. Вот поэтому хорошо тут сделать базу, чтобы рейдить. В идеале, если рейдить какой-то большой корабль, лучше, чтобы рядом была база. Так, микрочип. Давайте посмотрим, что там такое. Расшифровываем. У нас микрочип скорость добычи. Скорость добычи можем сделать, чтобы быстрее добывать. Всего лишь магний нужен. Ну, в принципе, можно. Возьмем магний и быстрее будем добывать. Ставим. У нас есть куда ставить. Так, отлично. Смотрим по терраформированию. У нас 471. По электричеству 6000. Нам бы что-нибудь, знаете, открыть вот как раз таки солнечная панель. Нужен один КТИ. Для этого нужно терраформирование. Для этого нам как раз таки нужно ставить ветряные мельницы. И также тепло. А, вот давление поднимать. Бур 1. А бур Т2 будет доступен. Короче, давайте попробуем титан и железо, да? Титан и железо возьмем. Так, возьмем железо и титан. Железо забираем и титан. Побольше буров там поставим. Также ветряные мельницы нам тоже понадобятся. Лишнее пока давайте положим. Больше титана, больше железа. Все, пойдемте на вылазку. Также надо будет сделать побольше электричества, иначе это все работать не будет у нас. Ветряные мельницы. Магний. Давай еще хотя бы одну сделаем ветряную мельницу. Все, вот так, вроде бы неплохо. И чуть пониже сделаем больше буров. Так, бур. Бур 2. 3. Титан нужен, титана не хватает. Так, я надеюсь, не будет метеоритов падать. Что-то я боюсь их. Я помню, как-то в меня влетело, было очень неприятно. О, там как раз таки надо будет полутать. Так, титан возьмем. Какое все опасное и жаркое. Микрочип как раз таки тут у нас есть. Но это все мы, наверное, соберем. Это разбираем, отлично. У нас кислород есть, если что. Еще какой-то чип нашли. Сейчас надо будет применить. А, терраформирование уже 600, неплохо. Неплохо мы развиваемся. Мало кислорода. Нам все-таки надо использовать, то я не успеваю. Ставим еще один бур. Все, вроде бы идеально. Пускай 8. Я когда первый раз развивался, у меня 6 таких было буров. Именно первого уровня. Но сейчас решил 8 поставить. Быстрее будем развиваться. Так, лед нам пригодится. Кобальт — это наш кислород. Я, кстати, сейчас секретку вам покажу обязательно. Я знаю, где у нас золотой сундук. Золотой ящик. Так, по энергии надо будет посмотреть. Надеюсь, нам хватает энергии, электричества. Доступно 1,7. Это очень мало, на самом деле. Тут можно потребление посмотреть. 8 буров потребляют 4 единицы.
Верстак тоже потребляет. Все, мониторы тоже потребляют, но очень мало. Больше всего, конечно, бур потребляет. Хорошо, что у нас скоро будет солнечная панель на один, на КТИ. Как раз таки солнечные панели сейчас поставим. Расшифруем давайте чертеж. Сапоги второго уровня ловкости. Мы будем еще быстрее бегать. А, мы, в принципе, даже первого пока не сделали. Давайте сделаем. А, ткань нужна, ткань и алюминий. Ладно, это не так пока обязательно. Наверное, нам стоит сделать еще один ящик. Пока что реально не хватает. Потом у нас будет большой стеллаж. Туда прям много чего может влезть. Так, изготовить нагреватель Т1 и флуоресцент Т1. Экран прогресса. Тоже пока что нету экрана прогресса. Че, опять что ли? Летят, да, метеориты летят. Давай я сделаю, чтобы было лучше видно. Сделаем так. Ой, боже мой! Прям рядом. Вон они летят. Тут, мне кажется, и безопасности. Давай покушаем на всякий случай. Потому что, если у меня прилетит, попадет метеорит, то много здоровья отнимется. Возможно, я даже погибну. Тут, кстати, рядом. Можно пофармиться. С метеоритов много ресурсов падает. Ой, боже мой. Прям в ракету. По-моему, на нас летит. Он прям на нас летит. Ё-моё. Очень рядом с дверью даже. Опасненько. Кобальт. Соберем сейчас ресурсы. Видите, они сразу собираются с метеоритов. Даже не надо добывать. Уже фонарик стоит включить. Что-то очень часто летят. Некоторые быстрее летят, смотрите. Второй раз уже. Боже мой. Теперь тут ковыряться надо будет, чтобы выискивать ресурсы. Но они где-то тут должны быть. А тем временем у нас уже скоро как раз таки будет 1000. Будет 1000, да. Уже будет не TI, а KTI. И мы сможем солнечные панели делать. Это очень важно сейчас будет сделать. Попьем давайте водички. Все лишнее можно будет убрать. А давайте больше сделаем воды. Больше воды. Кислород нам тоже понадобится. Кислород есть, вода есть. Вот, солнечная панель. Надо будет где-то поставить ее. Сейчас надо подумать, посмотреть по ресурсам, что у нас. Какие нужны ресурсы. Железо, железо, кремний и 2 кобальта, да? 2 кобальта. Кремний. Железо, кремний, железо. Смогу ли я сделать еще железо, кремний? 3 солнечные панели смогу я сделать? 2 кобальта нам это будет только. Ладно, давайте сделаем. Давайте сделаем где-нибудь солнечные панели. Вот, хорошее место, в принципе. Где-нибудь. Да, блин, где бы так сделать-то? Хочу, чтобы красиво было. Давай тут сделаем, кстати. Тут вроде бы нормально. Раз. Так, раз, два. А что-то не хватает. У меня только кремний. Да ё-моё. Кремний только, да? Железо и кобальт нужен. Две пока батареи сделали солнечные. Давай сюда сходим. Можно сказать, полутаться. Если больше понатыкаем солнечных панелей, у нас будет много электричества. Быстрее будем, в принципе,
развиваться. Кислород кончается. У нас два баллона есть кислорода? Наверное, один используем сейчас. Больше кобальта. Заранее давайте кислородный баллон используем. А, бур второго уровня. Надо будет сейчас бур второго уровня поставить. Тоже очень важно. Тогда мы будем максимально быстро развиваться. Быстренько ставим вторую солнечную батарею. Пусть тоже бы полутать этот корабль. Неплохо, в принципе, они потребляют солнце. Смотрим. Ставить можно как угодно, как попало, но хочется просто, чтобы для гармонии, для красоты хочется делать, чтобы все прям красиво было. Ну, в два ряда пока сделаем. Еще могу. Еще два кобальда надо. Четыре. Теперь я хочу четыре сделать, чтобы все гармонировало. Ладно, чуть позже. Надо будет бур, кстати, тоже как раз ставить. Так, а бур второго уровня. Титан и железо. Ладно. У нас есть, кстати, еще один кислородный баллон. Поэтому нормально. Пойдем сразу бур поставим. Вроде бы много у нас электричества. О, алюминий выпал. Это хорошо. Это с метеорита он выпал. Если так легко собирается, значит с метеорита. Точно есть? Да, кислородный баллон есть. Бур второго уровня делаем. Так, чуть... вот, бур второго уровня намного больше. И еще один. Железо-титан. Кстати, насколько он больше. Даже видно, сколько тепла дают, сколько давления. Вот такие здоровые. По сравнению вот с этими маленькими, этот прям гигант. Так, солнечное железо и два кобальта. Наверное, я не успею собрать. Так, главное, у нас нет кислородного баллона. Это надо понимать. Надо понимать это. И быстро еще вернуться на базу. Наверное, все-таки стоит реально вернуться на базу. Кстати, быстрее стали собирать. Вроде как прокачались в этом плане. Так, идем на базу. Кобальт. Блин, нету нифига кобальта. А кислород у нас есть? Мы не брали случайно кислород? Блин, кислорода нету. Давайте, кстати, скушаем, наверное. Водичку можно попозже попить. Нужно больше кобальта, чтобы хотя бы еще сделать один кислородный баллон. Потому что без этого будет очень тяжело и опасно дальше продвигаться. Можно тут полутать, в принципе. А, инвентарь полон, ё-моё. Скоро я смогу летать и могу уже не бояться высоты, но пока что стоит побаиваться. Давайте еще одну солнечную батарею сделаем. Еще одну сделаем солнечную батарею. И пойдем посмотрим наш прогресс, как быстро у нас все развивается. Так, все, пока что будет нормально. Где солнечная батарея? Панель. Все, нормально, солнце хорошо потребляется, энергия есть. Возвращаемся на базу. Может быть, кстати, рейд лучше сделать. Я думаю, там и кобальт, и все мы найдем подряд. Может быть, кислородный баллон. Так, смотрим по показателям, что у нас по электричеству. Ну, 17 пока что, в принципе, нормально. У нас 4 солнечные батареи Т1 вырабатывают довольно-таки много энергии. Намного больше, чем ветряная турбина. 17 доступно у нас. Один бур, видимо, пятерочку занимает, да? Много буров ставить пока нельзя. Надо будет тогда параллельно солнечной батареи делать. Что по прогрессу?
КТИ. На 2,5 КТИ, ну, кстати, скоро будет у нас как раз-таки 2,5 КТИ, мы сможем сделать рюкзак третьего уровня и больше с собой таскать. По теплу, когда будет 500 ПК, у нас будет доступно флуоресцент. А здесь у нас следующий откроется стеклянный пол, но это не так важно. Антенна связи, это будет пополезнее. Так, ладно, пока что мы можем сделать? Складировать ресурсы, да? Складировать ресурсы. Уже, наверное, некуда. Сделать. Не знаю, но пока можно. Пока можно вот так сделать. Сюда что-нибудь потом впихнем. Так, водичка у нас имеется. Давайте сразу выпьем. Ладно, давай небольшой рейд сделаем. Главное, далеко сильно не будем уходить. Кислородного баллона у нас нету. Включаем фонарик. А можно, в принципе, все собрать сразу тут. Разбираем. А, рюкзак. Рюкзак доступен у нас третьего уровня. Отлично. Собираем ништяки. Разбираем. А, будет потеряться и заблудиться. Там дальше потом поищем. Может, опять у нас проблемы какие-то. Фу, я думал, темно. Но уже было 2 метеоритных дождя и очень много бурь. Раньше я такого не помню. Пойдемте, наверное, за ресурсами. Добычей ресурсов займемся. Во-первых, нам по-любому надо будет сделать рюкзак. 2 алюминия. Это хорошо, что мы налутали. Тут алюминия, 2 алюминия у нас будет. Рюкзак третьего уровня. Еще 4 ячейки прибавится. Еще больше ячеек, отлично. Пока что все остальное складируем здесь. Это потом пригодится нам. Нам, короче, надо будет сейчас кобальт, чтобы сделать кислородный баллон, чтобы мы смогли как-то дальше заходить и больше могли лутать, где-то на рейды ходить. Может, вообще пойти на первую локацию и подобывать там ресурсы. Железо. Ну, хотя бы давайте здесь сделаем рейд такой. Ну, это даже не рейд, сбор ресурсов. Больше кобальта. Это с метеорита, кстати, упало. Далеко уходить не будем. Тут тоже, в принципе, есть у нас ресурсы. Фонарик можно отключать. Нам все-таки дальше заходить, наверное. Нам надо будет дальше заходить. Тоже все собрал. Да, реально идеальная база. Ну, наверное, даже не здесь. Временно все-таки стоит поставить, чтобы вот облутать вот это все дело. Потом пойдем все-таки делать нормальную базу, основную. Так, что у нас по показателям? Следующая будет как раз-таки панель хорошая, доступна Т2, надо 17 тысяч КТИ. Ну, в принципе, это довольно-таки легко можно будет сделать. Кислород. Скоро будем вырабатывать кислород. Так, по теплу. Вот как раз таки флуоресцент нам понадобится. На 500. Нужно тепло. Нужна выработка тепла. А выработку тепла у нас кто делает? Бур, по-моему, да, у нас делает выработку тепла. Давай посмотрим, сколько он тепла дает. У нас бур 1 не дает тепло, но он делает просто давление. Давление 0,2. А как раз таки бур 2 нам дает тепло 0,1 и давление 1,5. Окей. Так, мы сделали рюкзак. Пока не будем делать сапоги ловкости, для этого нам надо будет алюминий. Алюминия пока что нету. Делаем по-любому давайте кислород. Вода вроде бы есть. Как быстро у нас все заполняется. Нам нужен уже большой шкафчик, но пока что да. Пока что будем строить. Строить всего дофига. Вот так.
со временем надо будет развиться. Давайте еще сделаем рейд. Теперь хотя бы есть у нас кислородный баллон. Мы сможем, если что, его использовать. Так, рейд на корабль. Рейд на корабль. Надо будет его полностью облутать. Вот тут мы не были. Разбираем. Собираем железо. Разбираем еще. Разбираем. Открыватель Т2. Ничего себе тут. Разбираем это все дело. Тут что-то там разблокировали еще. Тут, видимо, что-то открывается, но пока я не могу это сделать. А, микрочип пока заберем, алюминий заберем. Это пока что очень важно. Железо пригодится. Еда нам пригодится. Семена тоже пригодятся. Алюминия пока что будет не хватать, но по-любому. Тут забираем чип, микрочип. Это... разбираем. Тут какое-то сообщение. Так, грузовой корабль. Журнал. Так, сегодня утром на 17-й день перелета к Стигмару. Корабль по непонятной причине вышел из гиперпространства. Инструменты навигации показали черт знает что, и все приборы и механизмы остались без питания, как будто кто-то его высосал. Готовимся к аварийной посадке на этой планете, которой нет в каталогах. Не знаю, что нас там ждет. Похоже, на поверхности бушует буря. Надеюсь, выживем. Так, сразу давай кислород используем. А, сюда надо будет что-то поместить. Сюда надо будет что-то поместить. А, открыть генератор термоядерного синтеза. Пока у нас этого нету. Так, ладно, берем все, что самое необходимое. Кабачки очень важны, кстати. Ну, давай ириди пока оставим. Суперсплав, в принципе, нам тоже пригодится. Давай возьмем все-таки его, хотя бы одну штучку. Пора валить отсюда, иначе я заблужусь реально. Так, новое у нас приспособление. Открыто. Еще экран появился. Быстро развиваемся. Я реально чуть не заблудился только что, ребят. Чуть не заблудился. Наверное, как раз таки еще один рейд на корабль. И, в принципе, мы тут все соберем. Каких-то два чертежа нам доступно. Надо будет сейчас глянуть. Давай глянем чертежи. Так, расшифровываем. А, микрочип-компас. Это хорошо, можно будет сделать. И еще один. Микрочип скорости добычи. Ну, тоже неплохо. Так, и у нас много чего открылось. Смотрите, у нас стеклянный потолок открылся, антенна открылась. Экран связи. Вот давайте экран связи сделаем. Экран связи. А, магний и кремний. Ну, у нас, в принципе, всего это есть. Кремний, магний. Пока, может, не очень удобно, но давай попробуем поместить третий монитор сюда. Еще будем прыгать, смотрите. Ну, терраформирование нам не нужна, нижняя строка, она с правой стороны. В принципе, мы ее видим, поэтому нижняя строка нам не нужна. Нам важно смотреть давление, тепло, кислород. Кислорода пока что 0. Антенна связи, надо будет сделать антенну связи. Для этого кремний нам нужен. Давайте возьмем кремний. Кремний у нас где-то был, определенно. Так, пойдем поставим антенну связи. Может быть, еще солнечные батареи даже впихнем. Антенна связи. Как бы тебе поставить антенну связи? Ну, давай вот тут, наверное, да? Вот тут антенну связи поставим. Энергия 15, ё-моё. Очень много потребляет энергии. Так, поэтому надо больше солнечных панелей. Кобальт нужен. Вот кобальта проблема, нету кобальта. Короче, ладно. Ладно, ребяточки. Пойдем, наверное, до первой базы сходим и налутаемся. Как раз таки я должен дойти до нее, думаю. Так, все пока здесь складируем. Все тут складируем, это нам ничего пока не надо. Возьмем только водички. Это, не знаю, чуть попозже выпьем.
Все, сейчас главная цель добежать до нашего первого корабля. Кстати, он тут поближе. Там, по-моему, он вообще очень далеко стоял вот там. Поэтому я делал временные промежуточные базы. Тут примерно мы в рандомном месте, так понимаю, падаем. Более-менее. Так, нам надо больше кобальта. Надо запомнить. Собрать как можно больше его, чтобы у нас кислородные баллоны были. Чтобы мы могли делать антенны. Я надеюсь, я дойду. Тут очень много, кстати, кобальда. Обезвоживание не так страшно. Водичка у нас есть. Да, там есть электричество. Я думаю, мы там как раз-таки переждем. Возьмем лед один. Давай заранее пойдем, вдруг он не работает. Ну, вроде свет горит, значит работает. Тут есть у нас, отлично. Делаем бутылку воды, пьем прямо отсюда. Так, тут можно будет все забрать потом, если что. Но это не так важно. Важен кобальт сейчас, очень важен кобальт. И посмотрим для железа кремний тоже. Кобальт, железо, кремний, короче, собираем. Кобальт, железо, кремний. Кобальт, железо и кремний. Давайте я сделаю на всякий случай кислородный баллон. Лучше всегда его таскать. Я даже отсюда покушаю, наверное. Хотя бы один. Все, хотя бы один. Так спокойнее. Титану не надо. А кремний нам нужен, да, железо. Сейчас больше энергии создадим. У нас так, ну все, все, пойдем наверх, сделаем больше солнечных панелей. Неплохо. Я хочу, кстати, чтобы немного небо поголубело, но пока что нет, пока что долгий процесс. Еще используем кислородный баллон, не будем жалеть. Что еще сделаем? Электричество после того, как мы поставили антенну, очень мало. Поэтому важно сделать побольше. Да, пускай они так смотрят. В эту сторону. Кремний, блин, боже мой. Прикинь, кремния нету. Одного кремния не хватило. Я кремний просто не мог нигде найти. Мало кислорода. Ладно, давайте на базе возьмем кремний. Сэкономим кислородный баллон. Так, нам же надо бы еще бур сделать. И бур сразу сделаем. Титан для этого нужен. Так, берем кремний и титан. Кремний, 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 кремний. Сразу сделаю давай еще один кислородный баллон. Титан. Титан. Сколько титана, кстати, надо нам? Один титан. Нормально, в принципе. Все, погнали. Так, красиво. О, сообщение. Делаем так. И еще раз делаем так.
чтобы со всех сторон. Все, кобальда нету. Так, могу делать у нас бур? Бур могу сделать. Со всех сторон тут у нас электричество добывается. Но в идеале потом нам надо будет второго уровня, Т2. Вот они прям очень много будут добывать электричество. А делаем пока бур Т2, чтобы больше было тепла. Так, добываем. Один титан нужен, прикинь, один титан. Я, кстати, вижу его. Может, эти несколько титанов возьмем? Да, пособираем ресурсы. Железо, мало кислорода. Сейчас. Я боюсь, сейчас метеориты опять пойдут. Полутаемся, сразу поставим буры, поставим больше солнечных панелей, чтобы продуктивно все у нас было. Сейчас надо все подряд собирать, потому что это все нам пригодится. Не будем жалеть, в принципе, кислородный баллон, если что. Еще сделаем. Больше буров хочу поставить. Полный инвентарь. Ставим бур. Терраформирование у нас уже 6,8. Неплохо. Очень даже неплохо. Бегом, 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 бегом. Блин, какая залипательная игруля. Очень мне понравилась. Так, отлично. Тут все у нас добывается. Сразу делаем бур, еще один. Еще один. И еще один поставим. Все, больше не можем. Давайте хотя бы сделаем еще солнечную панель одну. Раз, два, три, четыре, пять. Короче, делаем еще один бур, наверное. Используем. Ничего страшного, там у нас есть кислород. Это, да, стороны, чтобы со всех сторон добывалось. Так, ну все, тут вообще со всех сторон у нас добывается солнце, все у нас тут красиво. Возвращаемся на базу, смотрим по показателям, как мы продвинулись. Терраформирование у нас почти восьмерочка, там много чего нового открылось. Я бы хотел золотой ящик показать. Сейчас я вам покажу золотой ящик. Так. Что-то еще доступно тут? Вроде бы нет, да? Тут мы все сделали. Вот, нагреватель появился. Можем делать нагреватель. Как раз таки нам нужен будет... А, кремний и иридий железа. Иридий есть. Кремний есть. Сейчас, отлично. Хорошо, что иридий у нас был. Мы сейчас сделаем нагреватель и еще быстрее будем это все делать. Можно даже три на... Боже мой, можно много нагревателей сделать. И очень быстро у нас будет по теплу вырабатываться. У нас флуоресцент скоро появится. А тут солнечная батарея на 17 тысяч появится, да? Хорошо, давайте вот тут в углу поставим нагреватели. Там нам смотреть, в принципе, нечего. У нас тут будет... Вот в этой стороне у нас будет... Очень жарко, да? Так, раз. Давай, два. Давай, три. Иридий у нас-то еще есть. У нас еще есть иридий. Так что мы можем еще сделать. Еще сделали.
4 нагревателя таких. Классно, смотрится красиво. Боже мой, опять! Третий раз уже! Третий раз летит. И прямо на нас. Боже мой, реально прямо на нас. Ё-моё. Ух ты ж, блин. Прям рядом. Офигеть. Прям рядом падают. Что-то добывать ресурсы. Только аккуратно. Смотрим на небо, чаще на небо. Блин, прям по бурам нашим. Не видно ничего. То есть как же вас много. Опасная вещь, опасная. Камни просто летят. О, рядом обезвоживание. Есть водичка, давайте попьем заранее. Зато много ресурсов у нас здесь прямо под ногами. В этом плане все хорошо у нас. Ресурсы с неба прилетели. Ой-ой-ой, прям рядом все. Красиво. Красиво смотрится. Но очень опасно. Так, ладно. Давайте посмотрим. Флуоресцент, да, теперь доступен нам? Чертеж флуоресцент. У нас 1-2 уровня доступен. Отлично. Да, быстренько глянем. Тепло быстро вырабатывается. Вот флуоресцент 2 уровня у нас теперь доступен. По электричеству у нас 22 тысячи еще доступно. В принципе, пока что хватает. А скоро у нас как раз таки откроется Т2 солнечная панель. Вот ее надо будет больше поставить. Флуоресцент. Давайте, лед нужен. Нужен лед. Лед один есть. А можем пока что... Нам надо Т1 делать, он более, как бы, больше вырабатывает. Тут кислорода 0,15 вырабатывает, а тут будет 1,2 вырабатываться. Энергии, конечно, больше затраты. Ну, я один поставлю для красоты, давайте. Самое обычное растение посадим. Вот так, отлично. Все, и у нас теперь начинает вырабатываться кислород. Первое растение, ребята, мы это сделали, у нас первое растение. Так, смотрим теперь сюда, вот кислород, смотрите, 2 ППД. Наконец-таки у нас начинает появляться на земле кислород. Это значит, скоро у нас будет голубое небо. Хотя оно уже как будто немножко, да, нет? Или кажется? Пока, видимо, не совсем. Так, ну это уже хорошо, это очень большой прогресс. Первое растение на Марсе. Ну, это какая-то другая планета, но мы будем ее считать Марс. Мне нравится. Мне нравится представлять, что это Марс. Так, кабачки чуть попозже посадим. Нам нужен будет лед сейчас, срочно лед. Пойдем у нас рейд за льдом. Больше льда. Подожди, ё-моё, я просто без всего пошел. Мне по-любому надо будет как минимум кислородный баллон. Без кислорода никуда не идите. Это просто смерть. Но остальное все можно не брать. Вот так, хотя бы кислородный баллон есть. Если вы недалеко идете, то в принципе этого нормально. О, алюминий упал. Это хорошо. Так, где у нас тут лед? Наверное, с той стороны. Пойдем с той стороны. А кобальт, больше льда, ну и всяких разных ресурсов. Очень важно собрать лед. И потом пойдем за растениями. Посадим первые растения свои. Да, сейчас надо больше. О, это хорошо, у нас еще один алюминий. Еще есть один алюминий. Куча льда. Как раз таки у нас будет... Достичь стадии голубого неба должно быть 175 TI. А у нас пока даже TI нету, да? Пока что TI даже не пахнет. Кремний.
Я так не могу вам показать сундучок очень важный. Давайте сейчас я как раз таки покажу вам его. Сейчас быстренько сделаем, посадим растения и пойдем к золотому сундуку. Все, он пока что хватит, небольшой рейд такой. Зато сэкономим кислородный баллон. Так, отлично. Флоресцент. Давай тут поставим флоресцент. Раз. Магний. Хотя бы два пока поставим. Чтоб красиво было. Сюда надо будет растение посадить. А растения вроде бы нету, да, пока. А, есть, есть. Давайте поставим семя шанга. Семя шанга ставим. Раз. Два. Все, и теперь у нас плюс 150% вырабатывается кислород. То есть без данного семечка, если любое другое посадить, то кислород будет 1,2 вырабатываться. А у нас 1,8 вырабатывается вот с таким цветочком. Сейчас будет прям очень быстро все у нас развиваться. Смотри, как быстро стал кислород. Показатель 3,75 выработки. И быстро-быстро начинает ППД, ППК вырабатываться. Так, и тем самым у нас быстрее терраформирование идет. Все у нас прям идеально. Так, экран связи. Экран связи. А, ну у нас есть экран связи. Тут у нас сообщения разные вылазят. Ядерный реактор тоже очень важно поставить. Он будет много электричества нам давать. И очень важно бур третьего уровня поставить, чтобы максимально все было быстро. Флоресцент. Ну, в принципе, я готов показать вам. Еще один стенд, еще один магний нам нужен. Давай здесь сделаем флоресцент. Тут довольно-таки тепло. А, какое-нибудь растение тоже посадить надо будет. Пока вроде бы нет, тут растений у нас больше. И это у нас именно еда будет потом скоро. Так, ладно, нам надо будет покушать и надо будет, наверное, попить. Подожди, а вода есть? Очень важно, чтобы была вода. Неужели нет воды? Прикинь, нет воды. Этим вопросом лучше заранее заняться. Хорошо. Последний раз рейд, и потом покажу, где золотой сундук. Я знаю два золотых сундука, где находится. Давайте я пока что покажу один где, и потом второй. Сразу идем за золотым сундуком первым, и потом покажу, где второй. Я тут уже знаю примерно, где золотые сундуки. Пока что нам лед нужен для воды. Надо за всеми показателями следить. Отлично. О, алюминий хорошо падает, хорошо падает. Титан. Магний, все это собираем. Так, первый он должен быть где-то здесь. Сколько у нас льда? Один лед только, блин. Вот еще, о, вот отлично, лед сейчас соберем. На первое время хватит. Кислород мы используем. Так, короче, где-то вот здесь вы должны пройтись по уголочку. Где-то вот здесь должен быть. Если я не ошибаюсь. Льда хватит нам, кстати. Идите просто по краю, по уголочку, вы должны наткнуться на золотой сундук. Вот он, кстати, золотой сундук. Давай сразу кислородный баллон используем. Тут есть золотое семя, статуэтка, урановый стержень, уран, алюминий, два суперсплава. Если вы разберете, получите алюминий и суперсплав еще дополнительный. Все, очень хороший рейд. Это первый золотой сундук с очень важными ресурсами. Потому что это редкие ресурсы, вы потом фиг где их найдете. Ну типа вам долго будет долго вы будете развиваться без золотых сундуков. Тот же этот урановый стержень состоит из 9 урана. А уран не так-то просто добыть. Я знаю места, где уран, но все равно. 9 это довольно-таки много. Можно также метеорит вызвать урановый.
Вот, но это тоже все очень долго. Так у вас сразу урановый стержень, и вы можете быстро продвинуться. Как раз таки вам пригодится для того, чтобы сделать ядерный реактор. Для него вроде бы нужен урановый стержень. И имея один урановый реактор, у вас будет дофигища электричества. И вам можно и не париться. Поэтому золотые сундуки очень хорошо помогают в прогрессе. Типа, ну, ускоряют в раз 5, наверное, прогресс. Так, сажаем сюда золотое семя и смотрите, что будет. Какая красота. Электричество 600, представляете себе, 600, на 600 больше электричества вырабатывает. То есть, если посмотрим, если посадить обычное растение, 1,2 будет вырабатываться. Тут прирост 150%, вырабатывается 1,8. Тут прирост 600%, вырабатывается 7,2. 7,2, неплохо. Так, сразу водичку давай попьем. И еще, наверное, парочку сделаем. Парочку сделаем, одну себе оставим. Давай, более редкий ресурс сюда пока складируем. Магний можно забрать. Так, алюминий. Эх, я не знаю, где это все держать. А статуэтку мы можем, в принципе, разместить вроде бы. Я не помню как. Она прямо отсюда вроде выбирается. А, да. Ну, давайте так ракету поставим. Чтобы красиво было. Красиво. А, кислород. Вырабатывание уже 10 единиц. И очень быстро мы с вами по кислороду двигаемся. У нас нагреватель скоро появится. Вот-вот. Смотри, 1.85. О, открыта как раз солнечная панель. И как раз нагреватель будет открыт. А нагреватель, видите, как быстро мы развиваемся. А там уже кислородный баллон Т3 будет уже. По кислороду очень прям хорошо идем. По электричеству давайте посмотрим. По электричеству у нас осталось 18. Довольно-таки мало, поэтому я думаю, стоит поставить солнечную панель. Если посмотреть, вырабатывание энергии 6,5. А это будет вырабатывать 19,5. По сути, это примерно одна солнечная батарея Т2 примерно будет равняться трем обычным. То есть одну поставите и можете не париться. Кобальта много надо, боже мой. Я вроде бы запасался кобальтом. А, проблема у нас с кобальтом, прикинь. А нам как раз таки надо этим заняться. Я уже не знаю, куда это все пихать. А нам нужна, блин, боже ж ты мой. Нам же сейчас надо будет кислород. Кислорода нет, нам нужен кобальт. Все-таки потратим на кислородный баллон, чтобы не париться. Т2, Т3 скоро откроется, кстати, у нас. Посмотрим, давайте все-таки хотя бы одну антенну поставить. Смотри, кремний, железо, алюминий. Давайте, может быть, сразу... А сколько... 3 алюминия, давай приготовим 3 алюминия. Сейчас мы должны все четко сделать. Хочу 3 штуки поставить. Так, 3 алюминия надо для этого. 3 алюминия. А, магния 3. Давай, 3 алюминия, 3 магния. Надеюсь, все правильно просчитаю. 3 алюминия, 3 алюминия, 3 магния, 3 железа. Раз, два, три. Так, ну все вроде бы. Кремния 3. Кремния 3, давай. Раз, два, три. И нам надо будет найти 6 кобальдов. 6 кобальдов. Пойдем за кобальдом. И тогда мы сможем сделать целых 3 солнечных панелей. Это будет равняться 9 вот таким штукам. И этого уже нам надолго должно хватить. Куча-куча кобальда. А, и дойдем до золотого сундука, я надеюсь, уже. Терраформирование идет активно у нас уже. Очень активно. Так, новое сообщение. Давай, раз. Два. Куча кобальда. Только кобальд, по сути, нужен. Остальное игнорируем, все. Три.
4, 5, 6. Ну, еще парочку надо будет на кислородные баллоны. 6. Ну, вдруг какой-нибудь крафт нужен будет. Просто реально кобальт сейчас очень важный ресурс для кислородного баллона. Добыли. Давай еще парочку. Возвращаемся, ставим антенну. Вот тут, кстати, все затопит нафиг. Тут лучше ничего не ставьте. У меня даже затопит... затопит все мои солнечные батареи. Используем. Поставим там, где у нас все солнечные батареи. Чтобы все было в одном месте. Ветряки, кстати, я не знаю. Возможно, ветряки тоже затопят вот эти первые. Посмотрим. А, нет, тут не затопит, да, тут возвышенность. Тут уже не должны. Вот там точно все затопит. В следующей серии я бы, наверное, базу вот там бы построил. Ну, вроде бы прям успеваем нормально. Строим солнечные батареи, солнечные панели. Будем только сейчас такие строить. Как раз два. И три. Вот такая вот красота будет издалека смотреться. Видите, эти маленькие, тут два всего лишь. А тут, тут четыре, они больше. И они и выше, и больше. Так, ну пойдем. Ну-ка, подожди, уже! Можно уже даже заметить, что у нас уже небо, оно уже не такое красное. Помните, как было в начале? Оно уже более-менее голубое. Кислородный баллон Т3. Вот сейчас очень важно его сделать. Что для этого надо? Железо, титан, магний, кремний, алюминий. Блин, слушай, неужели алюминий есть? Титан. Короче, мы сейчас все вот это дело возьмем. Отделан кислородный баллон Т3. Было 200, станет 280. Нормально. Что-то еще раз блокировались. Мы сейчас очень быстро в прогрессе развиваемся. Нагреватель Т2. Можно даже сравнить. Первый давал тепло 0,3. А новый будет давать у нас тепла 4,5. По идее, можно даже парочку снести. Потому что, ну, он мало дает реально тепла. Тепла 0,3, а тепло сразу 4,5 будет. Это примерно в 15 раз больше. Опять! Боже мой, опять метеорит. Вы издеваетесь. Охренеть, опять метеорит. Алюминий нам нужен срочно. Давай сразу сделаем. Одну большую вот так. 4,5. 0,3 давал. 0,3. 4,5. Одна такая хрень, как 15 вот таких маленьких. Но мы оставим для сравнения. Мне всегда интересно для сравнения оставлять. Охренеть. Кстати, хорошие, красивые виды. Не зря я все-таки здесь поставил базу. Тут можно будет посмотреть на метеоритный дождик. Замечательный дождик. Опасный. Смотри, как камень подлетел, боже мой, или это не камень? Очень часто метеориты. Когда я играл на канале AliExPlay, стримил, намного меньше метеоритных дождей было. Ой-ой, примерно на нас летят. Ой-ой, аккуратно. Красиво смотрится. Давайте по энергии посмотрим, что у нас там. Я обещал вам еще один золотой сундук показать. Давай, наверное, сейчас как раз таки и пойдем туда. Смотрим по показателям. Электричество у нас 75. В принципе, нормально пока что. Вот. 3 солнечные батареи 58 вырабатывают. 10 штук 65. Примерно, смотрите, чувствуете разницу? Тут всего лишь 3. Если тут будет 10, вы ощутите разницу, насколько...
Кислорода у нас уже 6,7. Тепла у нас 2,5. Давление 18. Хорошее терраформирование. Быстрое развитие. Ядерный реактор скоро появится. Сделаем обязательно его. Экран прогресса. Стоит сделать экран прогресса. Кремний нам нужен. Давай сделаем экран прогресса. Да, вот так. Вот, это очень важно. Смотрите, у нас пока что пустыня и голубое небо. Небо у нас 16% завершен этап. Очень удобный этап, очень удобный экран, чтобы смотреть, насколько быстро у нас идет терраформирование и развитие планеты. На 16,5% у нас голубое небо. Можно сравнить. Помните, как было? Все желтое, такое токсичное. И сейчас довольно-таки красиво все смотрится. Вот, почти голубое небо, я бы сказал. Так, нам надо покушать. Кстати, покушать нам надо будет. Давайте сразу покушаем, попьем водички. Нам вот одну с собой взять, воду. Очень у нас хороший прогресс идет. Индекс терраформирования почти что 30. Так, кстати, давайте сделаем, наверное, еще один кислородный баллон. Остальное все мы складируем сюда. И давайте быстренько сходим за золотым ящиком еще один, как я вам и обещал. Стадия достичь голубого неба 175. А, ну вот, это TIA есть. У нас 30 пока что из 175. Вот сюда залазите, видите, сразу, как на этот корабль залезли. Вот, на одном из крыле. Ну, вы уже видели, да? Вот. А здесь как раз-таки будет... Здесь как раз-таки будет золотой ящик. Берем его. Тут золотое семя. Очень хорошее. Много кислорода вырабатывает. 600%. Золотая статуэтка. Урановый стержень. Еще один. Иридий. И суперсплав. Также разбираем. Получаем алюминий и суперсплав. Вот. Это второй золотой сундук. Попозже, обязательно во второй серии я покажу вам другие золотые сундуки. Я их немало находил, поэтому знаю, где примерно они находятся. Так, ну что ж, это очень здорово, замечательно. У нас резкий скачок будет в развитии. Надо еще такую штуку сделать, да? Даже не знаю, где поставить. Хотя, могу ли я... Я, наверное, не смогу тут поставить. Лед нужен. Блин. Льда у нас нету, да? Мало льда. Мало льда. Ну, по идее, нам надо как-то... В общем, нам надо цветок этот посадить срочно. А тут нужен лед как раз-таки. Можем убрать этот цветок пока что и посадить вот этот. Давай тогда уберем вот этот цветок. Сделаем немножко по-другому. Пускай тут будут расти у нас вот эти золотые, а тут у нас пускай красный растет. Тогда будет нормально сразу. 600, на 600 больше, тут на 600 больше, тут на 150. Чуть позже остальное посмотрим. Но уже у нас больше будет, по сути, больше давать у нас кислорода. Кислорода у нас уже 16, 16,35. Быстрое развитие, тепла у нас тоже накапливается, давление тоже растет. Все у нас тут хорошие показатели. Небо почти голубое, уже 20%. Уже прям очень быстро развиваемся. Ядерный реактор 60 тысяч, у нас пока что 20. Нам надо больше нагревателей, наверное, делать. По электричеству у нас, в принципе, хватает, у нас 73. Мы можем больше делать нагревателей. Нужен иридий, кремний, титан. Кстати, иридий у нас же был, по-моему. Новое сообщение. Иридий тут один. Вот, давайте возьмем два иридия. А будет ли у нас еще иридий? Нет, не будет. Или будет? Прошу прощения. Нет, к сожалению, не будет. Ладно, иридий, кремний, титан. Алюминий, железо. Алюминий. Железо. Можем еще поставить.
одну такую печку. А тут тоже нужно дырить. Давай, кстати, одну вот такую поставим, да? Пускай. Тут три будет. Красиво хочу поставить. И одну вот такую хочу. Так, иридий, кремний, железо. Кремний, железо. Так, и ставим давай одну такую. Все. А, слушай, не ставится. Ладно, давай вот так, впритык. Можно, блин, можно вообще впритык почти поставить. Можешь вот так развернуть. Это если развернуть, то прям неплохо будет. Сюда поставить. Это можно, кстати, разобрать. И сейчас как-нибудь поставить, чтобы оно прям хорошо сочеталось. Вот так. Все, такой у нас теплый уголочек. Три маленьких, два больших. И у нас очень быстро тепло растет. Смотрите, 10 тысяч. Нормально. По теплу. По теплу нормально. У нас маячок скоро появится. Можно будет поставить. Тоже нужен будет алюминий. Так, что у нас здесь? Кислородный баллон третьего уровня мы как раз таки сделали. Отлично. Алюминий ткань. Т3. Так, кислород есть, в принципе. Давайте еще совершим рейд. Ну, небо почти голубое. Быстро у нас тут все развивается. Так, быстро дойдем сюда. Маяк, уже маяк появился. Гидромодуль, кстати, мы теперь можем еду выращивать. Отлично. Кабачки, кстати, это очень даже неплохо. Иридий, отлично. Еще иридий. Собираем вот это все. Так, ну все, тут, в принципе, мы все сделали. Тут только вот генератор какой-то есть. Сюда надо будет что-то вставить. Генератор термоядерного синтеза. Сюда надо будет что-то вставить. И у нас тут что-то активируется. В принципе, пока на этом корабле делать нечего. Все, мы вроде бы его максимально облутали. Если я не ошибаюсь, конечно. Я могу ошибаться и что-то пропустить. Если что, ты мне напоминай, говори. Может, ты что-то заметил. А я это нет. Вот как раз-таки. Слушай, прикол. Прикол реально. Не заметил это. Ой, тут ресурсов много. Много хороших ресурсов. Так. Тут кремний, ладно. Тут это не так важно. Хорошо, это можно и оставить. Это... Везде можно найти. Возможно, я какой-то чип пропустил даже. Если быть внимательным, то можно будет его найти. У нас уже голубое небо. Боже ж ты мой. Уже почти голубое. Смотри, какое красивое небо. Там просто какое-то фиолетовое. Стадия голубого неба. Да, ребята, уже голубое небо. На сколько процентов оно голубое? На 24% голубое небо. Еще один контейнер. Давай сюда поставлю один контейнер. Просто реально некуда складывать. Так, что-то у нас доступно. Вот, гидромодуль. Гидроподный модуль. Тут мы можем выращивать еду. Или давайте... Мы можем делать второй этаж, кстати. Или здесь будем выращивать. Ладно, давайте здесь будем выращивать. Тут у нас будет еда. Можем сюда уже что-то посадить. Я бы лучше предпочел кабачки, наверное. Ну, лучше, чтобы была разнообразная еда. Хотя бы два. Давай кабачок. Все, мы уже можем кушать. Бутылка воды. Боже мой, неужели у нас не хватает бутылки воды? А я уже пить хочу. Я уже реально хочу пить.
Опять за льдом, рейд за льдом. Надо это все складировать. Чё, надеюсь, что опять не будет у нас астероидов, что-то они зачастились. Я так много астероидов давно не видел. Так, очень важно больше льда собрать. С метеоритов можно пособирать ресурсы. Они вроде бы там пропадают. Сейчас заранее собрать. А, вижу наверху лед. Это, наверное, мало будет. Там. Я думаю, сейчас все ресурсы пригодятся. Обезвоживание уже. А, вижу там много льда. Сейчас соберем, наверное, пойдем на базу. Очень быстро планета развивается. Лед, лед. Так, кислород есть. Отлично. Больше льда сейчас надо. Потому что вода пока что нужна нам. Полный инвентарь. Так, погнали. Давайте, наверное, все-таки выпьем кислород. Мне нужен еще один синий, вот эта штука. Синяя штука. На всякий случай, для кислородного баллона. Эх, далековато базу поставил. Но внизу вот тут точно не надо было ставить. Могли бы чуть-чуть повыше вот там сделать. А еще лучше вот туда идти, наверное, на базу. Просто временная база у нас совсем не временная стала. А постоянная. Ай, конечно, долго обходит. Шкафчик новый, отлично. Вот лучше, наверное, сейчас шкафчики делать. Мы очень хорошо развились быстро. Бегом, 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 бегом. Давай, Дарин, ты сделаешь. Успеваем. Сразу делаем больше воды. Просто дофигища воды. Одну выпиваем, сюда ложим. Так, хорошо, смотри. И алюминий, бутылка воды. Бутылка воды нужна. И еще и алюминий нужен. Так. Давай пока что вот так сделаем. Все, уже будем кабачки выращивать. Первые наши кабачки. Так, где ты? Только что видел его. Вот он, кабачок. Отлично. Все, первые наши кабачки. Теперь нам надо как-то сделать большие шкафчики. Для этого нам надо будет разобрать. Мы, кстати, можем подписывать шкафчики. Часть ресурсов надо будет сложить нам. Сейчас будет нормально. Правда, 3 железа нам надо будет. Но оно того стоит. Оно того стоит. Разбираем и ставим уже вместо них, наверное, более такие большие. 3 железа нам надо. 3 железа. Сейчас почувствуйте разницу. Сколько? О боже мой, больше чем в 2 раза. Почти в 2,5 раза большой шкафчик. Больше сюда можно что сложить. О, так намного больше. Так намного больше, лучше и круче. Так. Хотя бы один ряд вот сейчас мы сделаем. Все, и будем вообще не париться долгое время.
Все складируем. Все отлично. Так, замечательно. Все, можно какое-то время не париться. Один можно оставить, на всякий случай пускай будет. Ну-ка. А, чертеж экзоскелет второго уровня. А, магний, алюминий, титан, кремний. Можно найти. Магний. Алюминий у нас тоже был вроде бы. Магний, алюминий, титан, кремний. А, делаем экзоскелет. Магния 2 надо. Сразу экзоскелет делаем второго уровня, чтобы не париться. Вот у нас еще 4 дополнительных слота открылось. Микрочип компас можно сделать. Ну, 2 алюминия пока не будем. Так, тут, в принципе, мы неплохо развились. Сапоги и ловкости увеличивают скорость перемещения. Увеличивают скорость перемещения на 15%. Ну, в принципе, можно. Быстрее бегать будем, проще добегать. Ткань же мы находили вроде бы, да? Раз ткань. Два ткань, отлично. Делаем сапоги ловкости. Перемещаем сюда. И теперь, по идее, мы быстрее бегаем. На 15%. Быстрее бегаем. А значит, сможем добежать и выжить. 33% у нас голубое небо. Стадия голубого неба 33%. Это очень неплохо. Энергия 15 расходуется. Флэрстен 3 уровня на 30 тысяч появится. Полезная штука. Полезная штука. Очень будем быстро развиваться. Кислорода надо больше. Флэрстен. Так, улучшенный верстак появится как раз таки на 175. Ядерный реактор на 60 появится. По энергии, что у нас, кстати, 39 энергии. Я бы еще поставил бы, наверное, солнечные панели. Алюминий нужен. Кобальт. Самое главное кислород. Кстати, хватит ли нам на кислород? На один баллон хватит. Давай сделаем один баллон как раз. И пойдем на большой рейд. Я хочу сделать больше солнечной панели и еще сделать... Наверное, бур, может быть, сделать еще. Было бы неплохо сделать бур, я думаю. Просто начинаем все подряд добывать. Все подряд, я думаю, надо все ресурсы собрать. У нас много, в принципе, помещается. Рюкзак. Все, все подряд. Может быть, даже лед собрать. Сейчас та стадия, где нам надо все подряд собирать. О, кстати, вот, отлично. Посмотрим, что у нас здесь. Ну, особенно вот кобальт для кислорода. Глянем, что у нас здесь. О, микрочип даже есть тут, отлично. Еда, кобальт. Сможем ли мы сделать панель? Алюминий нам, блин, алюминий нужен. Я не подумал насчет алюминия. Так, надеюсь, у нас будет алюминий на базе. Я не знаю, то смогу ли я подняться или нет, возможно. Придется обходить. По-моему, тут не поднимаюсь, да. На базе точно был один алюминий. Как минимум. Так, а для бора нам надо что? Для бура. Для бура, кстати, все имеется. Можем тут делать немножко буров. Давай. Пускай тут добывают. Блин, только один сделали бур. Так, ну это тоже довольно-таки неплохо. Ищем алюминий, алюминий и титан.
Да, что ты делаешь-то, боже мой? Ай. Прошу прощения. Как бы так сделать? Так нормально же, да? Стоит. Вроде бы нормально. Пускай тут бурят. Еще титан один. Но уже почти голубая планета. И это очень здорово. Ай-яй-яй, погнали. А есть кислородный баллон, благо есть. Я уж переживал. Борис, что, можно потом переставить? Пускай хотя бы где-то стоит. Солнечная панель. Алюминия нету. Так, отлично. У нас тут замечательно. Даже еще один был второго уровня. 4 пускай будет. Тут пускай тоже бурят. Как же быстро терраформирование идет. Смотрите. Очень быстро стало идти. Сразу попьем водички. Сразу. Баклажан, кстати, вырос. Скоро вырастет баклажан. Первые баклажаны. Ребята, теперь на Марсе можно будет кушать. У нас есть вода. Скоро будет постоянный источник воды. Пока что нету постоянного источника, но можно топить лед. В любом случае, у нас есть что попить. Теперь есть что покушать. Можем баклажанами питаться. По сути, это большой прогресс, я считаю. Давайте посмотрим, что у нас тут появилось. Микрочип «Скорость добычи». 3 уровень уже. Неплохо. Терраформирование этап. Плюс на 41% голубое небо у нас. Слушай, ну это очень хорошие показатели. Алюминия вроде бы нету, да, тут. Есть лед. Лед давайте сюда поставим. Часть сюда складируем. Сделаем водички побольше. Тоже пока сюда складируем. Так, что мы еще хотели сделать? Флоресцент Т2. Два льда нам надо. В принципе, давайте сделаем два льда. И можем делать флоресцент. Можем больше флоресцентов сделать. Надеюсь, сильно не будет это мешать. Красиво это все было. Больше кислорода будет вырабатываться. Так, еще два льда есть. Ну, давай сделаем, ладно, слушай. Больше флоресцентов. Больше кислорода. Столько красота будет. Так, есть семена. Больше семян нет, к сожалению. Можем еще одну посадить пока что. И еще больше кислорода будет. Нам надо покушать баклажан. Еще пока не вырос баклажан. Поэтому да, тут где-то у нас была еда или нет? Прикинь, нет еды. Нет, есть еда, отлично. Есть еда, все хорошо. Так, нам надо на рейд пойти, наверное. Пойдем куда-нибудь в ту сторону. Больше нам надо будет ресурсов. Алюминия вообще нету. По-хорошему, нам надо будет ящики полутать. Синие, там может быть. Вот там синий ящик. Пойдем туда, наверное.
Ну, лед, наверное, пригодится еще. Тут собираем ресурсы и идем к ящику. Наверное, сейчас надо больше кобальта. Кобальт сейчас пригодится. Потому что это постоянно много тратим кобальда. Много из-за того, что баллоны делаем. Посмотрим, что у нас в ящике. Так, есть алюминий, отлично, есть алюминий, это хорошо. Полный инвентарь уже, забитый. Возвращаемся. Вот там будем базу делать, вторую нашу. Это очень хорошее место, много ресурсов. И там как раз таки будет у нас пещера, где у нас тоже будет редкий ресурс. О, новый чертеж флуоресцент 3-го уровня. Вот сейчас мы поставим и будем очень быстро развиваться. Но уже голубое небо, ребята, уже можно посмотреть и видеть голубое небо. Неплохо, неплохо, неплохо. Сможем ли мы сделать солнечную панель еще? Кремния, прикинь, не хватает одного кремния, ладно. А, так, алюминий же надо, алюминий пускай пригодится нам, алюминий. Нам сейчас он нужен. Посмотрим, что для флуоресцента 3-го уровня нужно. Флуоресцент 3-го уровня нужен кремний. Кремний у нас был. И он, по-моему, как раз-таки ставится... Почему он дает кислорода больше? Смотрите, этот кислород 1,2 вырабатывает. Этот вырабатывает 13 кислорода в секунду. Потому что он уже на улице. Он уже на улице будет нам добывать кислород. Можем тут поставить и уже снаружи наблюдать. И нам, наверное, все-таки надо будет один из цветков забрать. Лучше вот этот. То есть он вырабатывает у нас 13 кислорода, да? Сейчас покажу. Если мы поставим вот так, то, смотрите, вместо 13 кислорода, 13 секунд, он будет вырабатывать у нас 78 ППД. Тут вырабатывается 13, а тут... 78, на 600% больше. И смотри, как быстро терраформирование пошло. Очень быстро. Максимально быстро терраформация пошла. Потому что у нас как раз таки... Тут у нас помещение кислород. Да, немножко он выходит как бы на поверхность, но мало. А тут специально он нужен, чтобы... Вот видите, испарения пошли вверх. И вот с этого цветочка сразу кислород идет вверх в атмосферу. И небо уже становится максимально голубым. Так, ну я обещал, что сегодня у нас будет голубое небо в этой серии. Обязательно, не важно, сколько времени потратится, но мы это сделаем. Небо будет у нас голубое. Так, все сюда складируем. Лед. Сколько воды? Нам надо будет попить водички. И смотрим кабачки. Первый баклажан. Кабачок, говорю, баклажан. 25 дает к энергии, отлично. Неплохо. Нам будет еще найти с вами цветочки. Дойти до следующего корабля хотя бы, чтобы посмотреть. Давайте быстренько, я думаю, там мы цветочки найдем. Срочно, главная задача у нас дойти до того корабля. Давайте облутаем его. И небо, боже мой, смотрите, оно уже голубое. Если прям наверх смотреть, небо уже голубое. А следующая стадия у нас будет облачка. Хотя, что сделать? Нам надо будет временный привал сделать. Два железа и титан. Давай сразу сделаем. Титан. Железо. Два железа и титан срочно надо сделать. Ну, железо больше, потому что мы там сделаем еще... Куда что складировать, чтобы было. Временный перевал такой сделаем с вами. Берем важные ресурсы. Просто стандартные ресурсы собираем. Боже мой, уже голубое небо. Временный перевал. Давай здесь его сделаем, временный перевал.
Зато потом будет база полноценная. Так, тут мы, если что, можем отдохнуть. И можем даже делать, ну, шкафчик, хотя бы маленький пока. Делаем шкафчик. Делаем маленький шкафчик. Еще железо нам надо. Еще железо одно. Чтобы могли что-то создавать. Так, нам надо будет верстак сделать. Кремний. Кремний есть. Я всегда делаю верстак. Вот, чтобы у нас всегда был тут верстак. Чтобы если что могли сделать воду или кислород. И тут у нас ящик, чтобы что-то складировать. Вот, идем. Надеюсь, найдем алюминий. Нам нужно очень важно найти алюминий. Боже ж ты мой, там пески. Вот про это я говорил, вот тут важно тут построить основную базу, потому что там у нас пещеры, там тоже редкие ресурсы будут. Вот, они бы реально голубые уже. Когда будет 100%, должно быть 175. У нас очень быстро идет развитие. Главное просто залутать этот корабль. Хотя бы частично залутаем его. Так. Семена пестры давай возьмем. Фасоль очень хороша. Тут надо все взять, потому что даже этот цветок обычно нам нужен для крафта потом. Возьмем микрочип, отлично. Все, кислорода у нас еще больше будет. Вот самое главное, я хотел найти семена, чтобы можно было посадить это все дело. Семена пестра, да, возьмем. Алюминий нам нужен. Ткань нужна. Пока все необходимое только берем. Проходим. Микрочип. Тут уже не помещается. Все, возвращаемся. Потом тут все остальное исследуем. Только начали исследовать, но уже нашли два микрочипа. Может, даже сэкономим кислород. Все, такой первоалочный пункт очень важно делать, чтобы экономить кислород. То есть нам не обязательно будет его тратить. Мы дойдем до сюда. Отсюда мы можем либо в пещеру пойти, либо пойти в корабль в этот, либо в тот корабль. В общем, нам нужно будет такой перевалочный пункт, даже чтобы ресурсы, допустим, пособирать. И, конечно, лучше сделать большой шкафчик для этого. Так, сразу можем сделать и большой шкафчик. Ровно аккуратно стоит. Не будем пока сюда ничего ложить. Это нам пригодится все потом. А, бур третьего уровня. Кстати, мы можем сразу поставить его. У нас для этого все есть. А, сколько нам будет даваться? Смотрите, тепло 0,1, давление 1,5. С буром третьего будет тепло выделяться 0,25. То есть 25 раз больше тепла будет. Один бур равно 25 вот таких буров. А по давлению... Подавление 17. Ну, почти 10 раз. Больше, чем 10 раз. Короче, она лучше в 12-15 раз бур вот этого уровня, третьего, лучше, чем вот этот, в раз 15. Так, пойдем. По дороге поставим бур, чтобы было с чем сравнить. Там что-то светится, слушай. А, это бур, боже мой. Испугался, думаю, что там светится. Так, ну все, мы почти это сделали. Скоро будет финалочка. Поднимаемся наверх. Тут все бурится. Так, окей. Я хочу внизу показать, как будет смотреться на фоне вот этих буров. Один большой бур будет у нас. Будет очень хорошая выработка тепла. Так, создаем большой бур один. Пускай вот как-нибудь вот так бурится вот сюда. Вот так. Так, смотрим. Первый бур у нас был вот такой, первого уровня.
Простой маленький. Сразу видно второй уровень бура. Он даже быстрее крутится намного и в два раза больше. Вот второй уровень. И третий, смотри, какая махина, здоровая махина. Какой луч здоровенный. Такой третий уровень бура. Можно сравнить даже. Тоже массивный в раза 3-4. Намного массивнее, чем вот этот. Сразу ощутима разница. Махина такая здоровая. Так, ладно, погнали. У нас есть растение, надо будет кислород посеять. О, голубое небо, все, ребята, мы сделали это. 140. Все, уже голубое небо везде. Найс. Мы смогли это сделать, мы добились. Мы добились голубого неба. Идем сюда и сравниваем. На 80% была пустыня, да? А сейчас голубое небо на 80%. Посмотрим, что у нас по теплу. Тепла у нас 11 тысяч. По электроэнергии 20 тысяч. Нам по-хорошему сделать еще одну панель. Ну вот алюминия не хватает. Так, главное, чтобы все у нас цвело и пахло. Так, сразу давайте расшифруем. Чертеж утилизатор. И второй чертеж у нас что-то для дома, да, у нас появилось. Я, кстати, не строил его. Надо будет попробовать. Угол жилого отсека. Это прикольно. Так, надо будет посадить семена пестры. Давайте семена пестры посадим. Посмотрим, как будет смотреться. Поставим сюда красный цветочек. Ну, вот так пока что, да? О, новый чертеж, нагреватель Т3. Как раз таки этот нагреватель, он должен быть на улице. Иридиевый стержень. У нас пока что нет иридиевого стержня. Но у нас зато есть урановый стержень. В следующей серии обязательно сделаем этот нагреватель. Баклажан, можно сразу скушать. Водички сразу попьем, чтобы не париться по этому поводу. Так. Да тоже нужен алюминий, чтобы еще вот это сделать, кислород. Ну, по крайней мере, у нас тут вот разные растения уже есть. Вот все красиво. Красиво смотрятся разные растения. Там на улице тоже кислород вырабатывается на поверхность. 88%. Смотрим у нас. Смотри, как быстро кислород идет. Так, на 88% голубое небо. 93 у нас ППГ, ППК у нас 93, тепло 11 выделяется, давление 32. А у нас лучше всего кислород сейчас вырабатывается очень быстро. Очень быстро показатели по кислороду, терраформирование тоже очень быстро, кислород. То есть у нас скоро будет уже, у нас даже скоро будет сеятель травы наконец-таки появится, отлично. Ребят, ну если ты хочешь, чтобы серии было много, чтобы я продолжал развивать планету на канале Дар Эридии, нужна большая активность, много лайков. Вот, и мы создадим большую-большую красивую планету из Марса. Осталось только дождаться этого момента, будем прощаться. Играю я на канале The Alex Play, там мы стримим данную игру, там мы уже хорошо развились. Тут как бы первый взгляд такой. Следующая серия, возможно, будет не скоро. Но если мы наберем, допустим, 2000 лайков, это как терраформирование канала The Alex Play, ой, канала Дар Эриди, это зависит от вашей активности. Как только наберем там 2000 лайков и будет много просмотров, хотя бы там, не знаю, больше 10 тысяч просмотров будет, то я пойму, что вам нравится игра, и я продолжу, ребят. Мы продолжим терраформирование на канале Дар Эриди. Пока что мы стримим на канале Alex Play данную игрулю. Игра мне безумно нравится, мы играем там. Я пока что один выживаю, но скоро мы в кооперативе обязательно там тоже поиграем. Поэтому заглядывай чаще на канал AlexPlay, пиши на ютубе The AlexPlay, ты найдешь мой канал. У нас пустыня, что опять? Испортили мне все, я хотел посмотреть, как это будет смотреться. Голубое небо. Я просто не знаю, что, можно маяк поставить, но это все алюминий надо, будет искать алюминий нам. Утилизатор пока что не надо. Суперсплава очень много. Нам пока что это все не надо дело. Нам сейчас важно, наверное, бур делать. Бур хорошо нагревает.
Ну, давление он хорошо нагревает так себе, нагревает вот этот хороший. Тепла вырабатывается 28. Это прям очень много. Тут тепла вырабатывается 4,5. Тут будет 28. И немного даже давление 0,6 вырабатывает давление. Но главное, что тепло. Давление вот этот хорошо создает, 17. Тепла он, конечно, мало вырабатывает, но давление дофига. И улучшенный верстак у нас теперь доступен. Надо, наверное, будет его сейчас сделать. Вот, стадия терраформирования завершена. Следующая стадия у нас, вот голубое небо у нас завершена. У нас сейчас голубое небо, абсолютное голубое небо у нас. Тут 100 единиц. Следующая стадия облака. Очень быстро, я думаю, мы стадию дойдем до этой стадии. Тут у нас уже 2%. Я думаю, через минут 15-20, так вот там, через минут 10-15 будет уже облака появляться. Давайте глянем. Вот такое вот голубое небо, ребят. Вот такое вот голубое небо. Теперь у нас такая красота. Красотулечка. Мы это сделали, мы этого добились. Спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии. Это был канал Дар Риди. Сейчас не знаю, хватит ли нам на верстак. Надо много алюминия. То есть в следующей серии мы с вами сделаем улучшенный верстак. Там будет много всяких ништяков. Больше буров надо строить, чтобы быстрее развиваться. Нагреватель надо будет сделать. Также надо будет сделать нам ядерный реактор где-нибудь поставить, чтобы было много электричества. Ну и, собственно говоря, будем рейдить, лутать и улучшать планету. Все, голубое небо есть. У нас есть чем питаться. У нас достаточно льда, чтобы, в принципе, прожить. Но потом мы уже будем сеять травы. У нас будет травка тут. Потом будет этап озера. И, по сути, у нас будет воды дофигища. Эти ледники потом растают. Они, кстати, уже, наверное, начали таять. Их хоть их можно взорвать. Но можно дождаться. Нужно... Начнет плавиться при 100 ПК. Ну, это обязательно у нас будет. И там у нас осмий, видите, вот этот минерал светится там в ледниках. Это осмий. Он нам тоже очень сильно будет нужен для развития. Вот этот очень много кислорода дает. Плюс 600 выработки. Это очень-очень много и очень хорошо. Ну что ж, будем прощаться. Тут у нас баклажаны растут. Отлично. Там потом и фасолька будет. У нас, кстати, семена есть, по-моему, фасольки, да, где-то были. Где-то я вроде бы брал семена фасольки. Или не взял. Баклажаны еще есть. Но вот семена фасольки. Это очень много к пище дает. Ладно, будем прощаться, ребят. Вот такая вот красотулечка. Всем до скорого, пока-пока. Заглядывай на канал AlexPlay. Там будут у нас стримы проходить. На канале Дариди будет много разных игр. И, возможно, если вам понравится данная игруля, мы продолжим на канале Дариди тоже развивать планету. Вот. Пока-пока. Жду тебя на канале AlexPlay, там, возможно, идет стрим. Там почти каждый день у нас стримы ламповые. До новых встреч, всем пока!